культурном центре «Новая Акрополь» 20 ноября завершилась подготовка выставки «Вечная мудрость Древнего Египта для незрячих людей». На ней будут представлены точные копии знаменитых произведений искусства. Над выставкой работало около 100 волонтеров, которые самостоятельно отливали и оформляли гипсовые изделия. Мы имеем возможность не просто увидеть это в музее, а самим что-то сделать. То есть, может быть, увидеть, как выглядел бы этот подлинник, почувствовать себя, ну, отчасти, скажем, воятелем. Может быть, это очень громко сказано, тем не менее, ну, просто потрогать их, потому что, ну, они ведь очень необычные, правда? Каждый сможет подержать в руках и потрогать экспонаты. Волонтеры надеются, что с помощью выставки незрячие люди смогут насладиться искусством. В принципе, подобный опыт делать для слепых слепки с вещей или какой-то уменьшенной копии, он во многих музеях мира сейчас присутствует, и очень часто там делают их из пластика или из какого-то материала, ну, совершенно абстрактного. И вот в какой-то момент мы тоже уже так ходили по музеям, смотрели и поняли, что все-таки, когда вещь совсем из какого-то вот материала неживого и не расписанная, а просто, ну вот она, да, зачем вроде слепому это нужно, какое-то ощущение от нее неживого. Очень. И поэтому, собственно, несмотря на то, что наша выставка для слепых, действительно им очень важно, чтобы вещь была, ну, что называется, настоящая. Чем больше любви и тепла мы вложим своими руками в эти вещи, тем больше ее передастся потом людям, которые будут смотреть ее. Может быть, многие годы она будет служить им. Любой сможет посетить выставку в Государственной библиотеке для слепых и незрячих. Ее открытие запланировано на декабрь 2018 года.